Хорошо, вот я и на месте. Подходящая ночь для работы. Теперь надо найти моего связного. Где он? Наверное, вы снайпер. Да. Хорошо. Ваша цель — человек в красном блейзере у заправочной станции. Мне нужны подробности. Он сдал пару умных ребят, чтобы ему снизили меру наказания. Его сопровождают 4 вооруженных копа. Стукач. Наверное, это будет легко. Уберите копов быстро, из большого расстояния. И не попадитесь. Не беспокойтесь, я с этим справлюсь. Хорошо. Как-никак, мы бы не хотели, чтобы знаменитый снайпер ошибся. Я никогда не ошибаюсь. Возьмите это. После того, как все будет готово, подходите за своим гонораром в обычное место. Добрый день, сэр. Привет, красавчик. Хочешь повеселиться? Как насчет свидания сегодня вечером, милая? Почему бы тебе не вернуться сюда, и тогда мы устроим веселье? Привет, красавчик. Хочешь повеселиться? Пожалуйста, уйдите, сэр. Стоять! Теперь надо вернуться к машине. Работа выполнена. По какой-то причине я продолжал смотреть через плечо, пока ехал. Кто-то следил за мной. У меня нет выбора. Тут никуда не убежишь. Проклятие! Мне нужно выбраться отсюда! Иди в общую комнату, слизняк, пока я сам не вбил в нее твою задницу. Если бы я мог выбраться через те ворота. Итак, приятель, они тебя взяли. Здесь мы все зомби. Стоять! Не двигаться, ублюдки! Стой! Стоять! Стоять!
Вы, ребята, чистите зубы дерьмом. Осторожно, прием за тем углом охраны. Да, я должен сюда вместиться. Снова голубые небеса. Вот я и вышел. Здесь слишком тихо. Стой на месте! Поздоровайся с моими маленькими друзьями.
Похоже, что Бук так далеко не пошел. Замри!